I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Доктор – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет огромную ответственность за человеческую жизнь. Но в этой профессии встречаются и те, кто считает, что имеет право решать, кто будет жить, а кто нет. В январе 2000 года в Петербурге появился жестокий серийный убийца. Его жертвами становились беззащитные и, как правило, одинокие пожилые женщины. Под видом врача районной поликлиники преступник проникал в квартиры пенсионерок и предлагал сделать якобы безобидный укол для нормализации давления. А после того, как люди засыпали, многие вечным сном, он уничтожал следы своего присутствия, уносил из квартиры все самое ценное и скрывался, чтобы спустя некоторое время совершить злодеяние в другом районе города. Хороший доктор и примерный семьянин. Будущий серийный убийца Максим Петров родился 14 ноября 1965 года в Санкт-Петербурге. Его родители – коренные ленинградцы, жившие на Васильевском острове. Максим рос вместе с сестрой Татьяной, был обычным ребенком. По собственным воспоминаниям, задиристым характером не отличался, животных не мучил. «Мне всегда было неприятно видеть сцены жестокости», — говорил Максим. В своем единственном интервью он рассказал, что в детстве мечтал стать моряком. В военно-медицинской академии не прошел медкомиссию. К моменту окончания школы Петров определился с профессией. Его привлекала медицина. Он поступил в профильный университет и готовился сделать тихую, скромную, но надежную карьеру. Окончил обучение в 1989 году, в самый разгар перестройки, с дипломом педиатра. Вскоре устроился врачом на подстанцию скорой помощи номер 5. Признавался, что с детьми работа ему очень нравилась. Пациенты, точнее их родители, как правило, были в восторге от внимательного специалиста. Ни одной жалобы в адрес Петрова с их стороны не поступало, а единственным нареканием со стороны начальства в адрес врача был выговор за опоздание. С коллегами Петров не дружил, был нелюдимым, а в свободное от вызовов время читал детективы. Личная жизнь у него поначалу не складывалась. Первый брак, в котором у Петрова родился сын, распался. В сложные для страны времена семья буквально выживала. Супруга поняла, что в ближайшее необозримое будущее они так и будут вести неравный бой с бедностью, поэтому подала на развод. Максим переживал недолго. Вскоре он познакомился с девушкой-медиком, которая понимала его во всем и тоже не хотела бросать профессию в надежде на чудо. Максим стал отцом еще одного сына и дочери, но денег на содержание домочадцев не хватало. Зарплата была скудной, да и ее задерживали месяцами. Петровы несколько раз оказывались в шаге от настоящего голода. Перебивались с хлеба на воду, но стоило им скопить на покупку телевизора, как вдруг оказывалось, что зарплату в очередной раз задерживают на неопределенный срок. Причем с каждой новой задержкой жалования перспектива получения следующего становилась все более сумрачной. Да еще и приходилось платить алименты первой жене. Чтобы как-то сэкономить деньги, Максим решил бесплатно ездить в транспорте. Для этого он раздобыл поддельное удостоверение участника боевых действий. Когда начало казаться, что хуже уже не может быть, у Максима умерла мать, с которой он был очень близок. Нашел способ, как прокормить семью. В августе 1998-го все рухнуло в очередной раз. Случился дефолт,
В одну секунду доход семьи упал в несколько раз. За несколько месяцев выплатили одну зарплату, притом безо всяких надбавок. Работы при этом с каждым днем все прибавлялось. Врачи брались за любую подработку ради лишней копейки. Работали на полторы и две ставки. Но вот Петров никогда не оставался на подработке, отшучиваясь, что ему на жизнь хватает. Этот факт очень настораживал коллег. Все понимали, что с такой зарплатой жену и двоих детей не прокормить. Постепенно в нем копилось дикое раздражение к пациентам, к которым приходилось приезжать на вызов. Обычно это были пожилые люди с мнимыми болезнями, которым то ли скучно было, то ли страшно. И Петров решил промышлять грабежами. Но трудоспособные петербуржцы, которые могли дать отпор, его не интересовали. Он решил сделать своими мишенями доверчивых пенсионеров. Частенько благообразные старушки, живущие в жуткой бедности, под конец визита доставали из закромов пару купюр для доктора. Да что там деньги? У них и в холодильнике всегда была еда, и чайник стоял электрический, и телевизор. У него дома только жена в декрете, двое детей и мешок картошки в качестве еды на ближайшую неделю. Данные своих будущих жертв вместе с адресами он нашел в своей районной поликлинике на стеллаже, где выкладывали бланки с результатами анализов и исследований. Впервые на дело отправился летом 1997 года. Он выбрал одну из жительниц дома по улице Добролюбова. Петров обманом проник к ней в квартиру, объяснив, что результаты анализов плохие, надо провести срочный осмотр. Для виду измерил пожилой женщине давление, а потом сделал укол, после которого она уснула. Проснувшись через некоторое время, пенсионерка увидела, что врач исчез, а вся квартира перевернута вверх дном. И из нее пропали некоторые ценности – пару колец, серьги и $100. В милицию потерпевшая идти не решилась и рассказала о своей беде лишь соседям. Но те подняли пенсионерку на смех, посчитав, что та сошла с ума. Между тем доктор Петров продолжал совершать преступления. Поначалу орудовал в Василеостровском и Петроградском районах Санкт-Петербурга, специально выбирая дневное время, чтобы пожилые женщины были дома одни. Правда, один раз, покидая квартиру очередной жертвы с добычей, Петров столкнулся в дверях с сыном, обследованной им потерпевшей, и сбежал. Если же дома находились сразу двое пожилых супругов, делал уколы обоим. Для маскировки надевал очки с простыми диоптриями. Отпечатков пальцев он тоже не оставлял, потому что всегда орудовал в медицинских перчатках. Сценарий преступлений всякий раз был одинаковым. Легенда о плохих анализах, контроль артериального давления, а затем укол, порой под предлогом введения лекарства, порой чтобы взять кровь на анализ. Поначалу грабитель вводил жертвам снотворные препараты, которые выдавались бригадам скорых. Однако некоторое время спустя медикаментов стало не хватать из-за дефицита. И тогда Петров перешел на ветеринарные аналоги, средства, которые использовались для усыпления животных. Позже их заменили таблетки сильнодействующих психотропных препаратов, разведенные в воде. Когда хозяева квартир отключались, преступник начинал рыться в их личных вещах. Его добычей в разное время становились ювелирные украшения, золотые коронки, ордена, ножи, старинные иконы, хрустальная посуда. Среди похищенного также оказывались лекарства, простыни и последние стариковские 100 рублей, вытащенные из кошельков. Частенько у стариков не было ничего, кроме початой упаковки печенья и пачки чая. Тогда Петров забирал и это. Жене говорил, что взял с работы. Бывало, что Петров забирал что-то из одежды или кое-какую технику. Но по-настоящему он хотел одного – найти похоронный клад. Деньги, которые пенсионеры откладывали на случай смерти. Некоторые вещи оставлял себе, а ненужное сбывал перекупщику с сенного рынка. Повезло не всем. Расчет был на то, что пожилые люди не смогут четко описать его внешность, а в милиции не будут даже пытаться найти мелкого грабителя. В Петербурге 90-х правоохранителям было чем заняться. И, как правило, все силы бросали на раскрытие особо тяжких преступлений. В том, что я мог от начала до конца не играть, не притворяться кем-либо другим, я совершал самые обычные действия, но с некоторым, несколько другим, конечно, результатом, как врач. То есть проникнуть в квартиру мне было
ну, не сложнее, чем, скажем, сантехнику или милиционеру, потому что врачу, конечно, открывают двери. Его расчет оказался верен. На протяжении по меньшей мере 2 лет, с 1997 по 1999 год, он безнаказанно грабил стариков, не попадая в поле зрения правоохранителей. Как правило, проснувшись, потерпевшие обнаруживали пропажу вещей. Некоторые обращались в милицию, но их рассказам про врача-грабителя никто не верил. К слову, не всем было суждено проснуться, у некоторых не выдерживало сердце. Позже Петров говорил, что всем делал одинаковые уколы, но, видимо, индивидуальные особенности организма пенсионеров сыграли с ними злую шутку. Однако смерть пожилых людей списывали на старость, и то, что в Санкт-Петербурге появился маньяк, стражи порядка поняли не сразу. Изначально Петров не собирался убивать людей, он просто хотел за их счет обогатиться. Ненависть к пенсионеркам у врача проснулась, когда из жизни ушла его мама. Он был зол, что самый близкий человек умер, а остальные продолжают жить. 14 ноября 1998 года, в свой день рождения, медик отправился совершать очередное преступление. Получив поздравление от коллег и семьи, Петров направился в дом, расположенный на 12-й линии Васильевского острова, где проживала одна из его пациенток. Усыпив женщину, маньяк упаковал найденные ценности, после чего открыл все 4 конфорки у газовой плиты и скрылся. К счастью, соседи-пенсионерки вовремя почувствовали запах газа и поспешили вызвать коммунальщиков. В итоге дверь выломали и пожилую женщину успели спасти. А Петров тем временем уже делал укол новой жертве, жительнице одного из домов по проспекту Кима. Но и здесь, оставивший конфорки открытыми, преступник не довел до конца свой преступный умысел. От отравления газом потерпевшую спас вернувшийся домой муж. Заколол мать и дочь. В ноябре 1999 года схема Петрова дала сбой. Тогда от рук убийцы погибли 82-летняя мать и ее 48-летняя дочь, бывшая балерина Мариинского театра. Обе проживали в доме на Наличной улице. Петрову открыла пенсионерка и вскоре уснула после укола. Убедившись, что жертва спит, маньяк начал снимать со стены икону, как вдруг в комнату вошла ее дочь, которая до этого находилась в ванной комнате. Испуганная женщина подняла крик и попыталась убежать. Тогда Петров схватил лежавшую в коридоре спицу, несколько раз ударил жертву в спину, а затем задушил колготками. Следом маньяк той же спицей заколол ее спящую мать. Уложив в свою сумку 200 рублей, серебряные ложки, икону и пульт от телевизора, Петров поджег квартиру и скрылся. Переступив черту, врач не испытал никаких угрызений и мук совести. С этого момента он начал убивать жертв. Примерно в это же время он временно лишился доступа к растворам сильнодействующих веществ для внутривенного введения и вынужден был делать их сам, толочь таблетки и растворять их в воде. Но такие самодельные растворы усыпляли жертв гораздо хуже. Несколько раз пожилые женщины просыпались и заставали Петрова на месте преступления. Тот хладнокровно и без раздумий расправлялся с ними, чтобы не оставлять свидетелей. Орудиями преступлений становились молотки, отвертки, напильники и чулки, которыми маньяк душил пенсионерок. Петров старался чередовать способы расправы, пытаясь навести милиционеров на ложный след, а уходя с места очередного преступления, всякий раз поджигал квартиру. Так, отравившись угарным газом, погибла пожилая женщина. Она и ее дочь неосмотрительно впустили в квартиру участкового врача. Когда они уснули после уколов, Петров собрал все ценности и собрался уходить. Но пенсионерка внезапно очнулась и попыталась задержать маньяка. Тот ударил ее кулаком в лицо. Несчастная потеряла сознание, а Петров поджег ее квартиру и скрылся. Вскоре после этого очнулась дочь пожилой женщины и сумела добраться до соседей. Те вынесли из горящей квартиры пенсионерку, которая находилась без сознания,
Женщину госпитализировали, но спасти ее врачи не смогли. Его следующими жертвами также стали мать и дочь. Как и в первый раз, врач-убийца усыпил пенсионерку, забрал ценности и, уходя, столкнулся с ее дочерью, заходившей в квартиру. Испуганная женщина подняла крик и кинулась к телефону. Петров кинулся наперерез, нанес ей несколько ударов молотком и затем задушил шарфом. А когда мать погибшей проснулась, смертельные удары молотка маньяк нанес и ей. В начале января 2000 года убийства пожилых женщин стали происходить во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Адрес одной из будущих жертв врач нашел в бумагах флюорографических обследований и 12 января отправился в квартиру на улице Беллы Куна. Однако дверь ему неожиданно открыл 80-летний пенсионер. Сотрудники поликлиники ошиблись, указав его адрес вместо адреса пациентки, проходившей обследование. Ошибка медиков стоила мужчине жизни. Петров вколол ему смертельную дозу снотворного. Из квартиры жертвы убийца, среди прочего, похитил кортик, кинжалы и наградной чешский пистолет с патронами, который через некоторое время выбросил. После нескольких жестоких убийств пенсионеров по Петербургу поползли слухи о маньяке в белом халате. Журналисты нарекли его «доктор смерть», а правоохранители со всей серьезностью взялись за его поиски. Операция «Медбрат». У всех погибших женщин судмедэксперты обнаружили следы от инъекции и специфический коктейль из успокоительных препаратов в крови. Они утверждали, что уколы делал профессионал. Сопоставив эти факты, в милиции решили поднять все накопившиеся за последние годы дела и найти какие-то зацепки. В процессе поисков выяснилось, что несколько пожилых петербуржцев за два предыдущих года жаловались на вежливого молодого врача, который делал им укол, после которого они засыпали, а проснувшись, не находили некоторых ценных вещей. Следователи поняли, что преступник, которого они ищут, имеет прямое отношение к медицине. Между собой силовики окрестили подозреваемого медбратом. После того, как вести о серийном убийце облетели Санкт-Петербург, на его поиски были брошены все силы милиции. Работники уголовного розыска сбились с ног, пытаясь найти преступника. Поскольку маньяк забирал из квартиры предметы старины, к работе подключился и антикварный отдел уголовного розыска. По разным данным, к поимке маньяка было привлечено от 200 до 700 милиционеров. Со слов пострадавших, был составлен приблизительный фоторобот преступника, но он оказался не идеален. В силу возраста, жертвы не смогли детально запомнить внешность подозреваемого. Первую серьезную зацепку удалось получить при попытке найти что-то общее между последними жертвами. Оказалось, что все они в предыдущие три месяца проходили флюорографию в одной из городских поликлиник. В ходе проверки были установлены все люди, которые были обследованы в данный период. Еще одна серьезная зацепка у следствия появилась после того, как 13 января 2000 года Петров совершил подряд два нападения на пенсионеров. Сначала ранним утром он пришел к 72-летней жительнице дома на Софийской улице. Вначале он усыпил жертву уколом мощного коктейля из лекарств. А когда она отключилась, воткнул ей в сердце отвертку. Уходя из квартиры, Петров обратил внимание на фото дочери погибшей и, взяв в левую руку губную помаду, оставил на зеркале непристойное сообщение в ее адрес. Но ухищрение с левой рукой не помогло. Почерковедческая экспертиза, проведенная уже после задержания маньяка, подтвердила, что автором послания был именно он. Затем Петров отправился на Бухарестскую улицу, где жила ровесница его предыдущей жертвы. Он, как обычно, измерил пенсионерке давление, а затем сделал укол. Но реакция на него у пожилой женщины оказалась неожиданной. Она не уснула, а стала кричать, жалуясь на внутреннее жжение. Тогда Петров схватил оказавшийся под рукой топорик и ударил потерпевшую по голове. К счастью, рана оказалась несерьезной, но женщина смекнула, что лучше упасть и притвориться мертвой. Стараясь не подавать признаков жизни, старушка дождалась, пока Петров перероет квартиру в поисках ценностей и уйдет, а потом вызвала скорую. Преступника ловили на живца.
Вскоре к потерпевшей в больницу пришли стражи порядка, которые во время рассказа пенсионерки обратили внимание на важную деталь ее рассказа – упоминание преступником результатов флюорографии. Следователи подняли все результаты рентген-исследований в поликлинике, к которой была прикреплена выжившая жертва маньяка. Внимательно изучив перечень фамилий, сыщики поняли, что, наконец, напали на след убийцы. Одной из проходивших флюорографию была погибшая пенсионерка с Софийской улицы. Стражи порядка проверили все бумаги об обследованиях, которые были в поликлинике, и обзвонили около 200 пенсионерок, делавших рентген грудной клетки в декабре 1999-январе 2000-х годов. Вскоре сыщики выяснили, что свои результаты, которые украл маньяк, не нашли порядка 70 пациентов. Следователи сразу же начали срочный обзвон потенциальных жертв, которым категорически запрещали открывать дверь незнакомцам. К сожалению, предупредить всех не успели. 14 января Петров убил еще одну пенсионерку, усыпил и заколол отверткой. Тогда больше сотни милиционеров устроили засады в квартирах других потенциальных жертв. Удача улыбнулась опергруппе, расположившейся в доме на улице Турку, где жила 76-летняя женщина. Именно туда, около 11 часов утра, 17 января 2000 года отправился Петров. Следуя инструкции от милиционеров, хозяйка квартиры, у которой, по иронии судьбы, как раз был день рождения, открыла дверь незваному гостю и впустила его. Как только Петров переступил порог квартиры, на него накинулись оперативники. Маньяк яростно сопротивлялся, кричал, что он врач, что произошла ошибка. В сумке Петрова обнаружили тонометр, опасную бритву, такой была убита последняя жертва, несколько шприцев с самодельными растворами и капроновый чулок. При обыске по месту жительства были найдены ложки, которые опознала одна из выживших жертв, часы, узнанные другой ограбленной пенсионеркой, а также другие похищенные вещи. Уткин обращает внимание на импортную магнитолу. Такая же числится среди похищенных вещей. Аппарат откуда у вас? Это же муж. Муж принес, да? А как он вам объяснил, откуда у вас этот магнитола вот эта? Ему подарили за то, что он помогает усыплять собак. Поскольку в квартирах двух потерпевших следователи ранее находили отпечатки обуви убийцы, была назначена экспертиза. Она подтвердила, что это следы ботинок Петрова. 6 дней задержанный вообще ничего не говорил. Он был в шоке. Петров был уверен, что разработал идеальную схему преступлений, и его задержание – чистая случайность. Но по мере появления новых улик и доказательств, врачу ничего не оставалось, как признать свою вину. На следственных экспериментах с потрясающей точностью он воспроизводил все преступления и детально описывал обстановку в квартирах жертв. Вскоре в деле не осталось белых пятен. Петров изложил все свои похождения и вел себя на допросах интеллигентно и вежливо. У следователей сложилось впечатление, что убийца наслаждался своими рассказами, ничуть не испытывая раскаяния. «Я не маньяк». Однако позднее душегуб изменил тактику, признавая только то, что действительно усыплял и грабил пожилых людей, но в жизни никого не убивал, а на него вешают чужие преступления. На суде он отказался и от этого, заявив, что никогда не совершал никаких преступлений, за исключением проезда в транспорте по поддельному удостоверению льготника, а ворованные ложки и часы у него нашли потому, что он подрабатывал скупкой краденого. Гнев обрушился не только на маньяка, но и на его семью. В результате жена Петрова была вынуждена перевести детей в другой детский сад и сменить работу. Через 7 лет после задержания мужа она подала на развод. Экспертиза признала Петрова вменяемым и не страдающим психическими заболеваниями. Обвинению удалось доказать 46 эпизодов преступлений маньяка, 11 из которых закончились смертью жертв. Подсудимый вел себя спокойно, был опрятно одет и причесан.
неотесан. Встретив такого человека на улице, никто не подумал бы, что на его совести более десятка убийств и свыше полусотни разбойных нападений. Пока судья Валентина Кудряшова читала обвинительное заключение, доктор Смерть рисовал. Никто из родственников Максима Петрова не пришел в суд поддержать его. Ни жена, ни сестра не хотят продолжать с ним какие-либо отношения после всего того, что он совершил. Судебные медики определили, что подсудимый страдает психопатией и еще некоторыми психическими расстройствами. Однако ни одно из них не влияет на способности к социальной адаптации и к осмысленной деятельности в любых социальных сферах. Он придумывал и оправдания своему визиту в квартиры потерпевших. Правда, каждый раз Петров выдавал все новые версии. По одной зайти к очередной потерпевшей его просил коллега. По второй нужен был телефон, чтобы позвонить жене. По третьей какой-то незнакомец на улице дал ему 150 рублей, чтобы Петров зашел в квартиру к пенсионерке и представился врачом. Наличие вещей пострадавших в его квартире подсудимый объяснил тем, что трудился перекупщиком. В ходе чтения обвинительного приговора все услышали много парадоксальных подробностей преступлений. Например, из одной квартиры он прихватил лишь три простыни, полотенце и тапочки. Из другой он взял только связки ненужных ключей, 2 килограмма сахарного песка и банку пива. Но, несмотря на все оправдания, суд Петрову не поверил и приговорил его к пожизненному заключению. Он был отправлен в одну из самых суровых колоний – Соликамскую «Белый лебедь», где пребывает и по сей день. Кажется, единственное, с чем он не смирился – это прозвище «Доктор Смерть». Считайте, все-таки это обидное прозвище. Ну да, нехорошо. Особенно, когда еще это Пизник, Синчуков, и еще нет доктор Петров. И еще нет. Доктор Петров, врач. «Белый лебедь». Несмотря на общественный резонанс, поликлиника, в которой работал маньяк, до последнего отказывалась сотрудничать с милицией. А впоследствии никто из врачей старался не высказываться о Петрове. Его коллеги и знакомые не могли поверить в то, что это сделал именно он. Педиатра знали как примерного семьянина, отца троих детей, отличного врача, не раз спасавшего жизни. Оказавшись на зоне, маньяк стал писать жалобы. Регулярно и в разные инстанции. Он утверждал, что при задержании ему нанесли черепно-мозговую травму, а в тюремной больнице требовали по $100 за каждую медицинскую справку, чтобы приобщить ее к делу. В итоге Петров дошел до Страсбургского суда, подал иск о компенсации своих физических и моральных страданий в течение 4 лет, пока шло следствие. Убийца жаловался на пытки, переполненность и духоту в камерах, отсутствие окон и полноценных спальных мест, голод и ограничение воды всего 300 граммами в день на одного арестанта. Понять, что я пережил за почти 4 года нахождения в тюрьме, может тот, кто читал процесс Кафки и приглашение на казнь Набокова, сетовал Петров. Европейский суд удовлетворил претензии Петрова и постановил выплатить ему 16 350 евро, при том, что сам он требовал от правительства России 300 тысяч евро. По последней информации, Максим Петров жив и продолжает отбывать наказание в «Белом лебеде». Он регулярно получает передачи от сестры и надеется на УДО, на которое сможет подать через несколько лет. В случае освобождения собирается стать дворником. И ничуть не раскаивается в своих преступлениях. Впрочем, следователей, ведущих его дело, а также журналистов, это нисколько не удивляет. Какое раскаяние? О чем вы говорите? Он убивал старух, крал у них макароны и вечером их ел с семьей. Что еще тут можно добавить? Думаю, что такие люди, как Петров, он, естественно, не раскаялся, потому что он методично убивал, совершенно не воспринимая. И до сих пор он считает, что, я думаю, что он имеет право на это. Избранным, но здесь уже, наверное, больше, конечно, психиатром вопрос. За решеткой убийца лишен возможности врачебной практики, о которой всю жизнь мечтал. Петров следит за медицинскими новостями, выступив против эвтаназии. Также он много читает, в основном фантастику.
и признается, что его любимый герой – Ганнибал Лектор из знаменитого голливудского кино. Быть похожим на Энтони Хопкинса – это хорошо. Вы вообще циничный человек, вы себя цените? Циничный. И людей, судя по всему, не любите, да? Ну, не все, конечно, но так, конечно, нехорошие отношения. Все, кто когда-либо встречался с доктором смертью, поражаются. Правильная речь, приятный голос и совершенно логичные, хоть и скупые ответы, но абсолютно безумный взгляд. Но доверчивые старики, к которым Петров приходил домой, не смотрели ему в глаза, прежде чем позволяли сделать себе укол. Дорогие подписчики и гости канала, а как вы думаете, осознал свои злодеяния доктор Смерть? Можно ли его выпускать на свободу? Или же он останется опасным для общества, даже будучи стариком? Делитесь своими мнениями в комментариях. Подписывайтесь на наш канал.